Здравствуйте, друзья, с вами вновь компания «Стройгарант Анапа». Сегодня хочу рассказать об очередной нашей застройке. Как видите, работы идут в самом разгаре. Сейчас рабочие облицовывают внешние стены декоративным кирпичом. Дом этот 130 серии. Если уже заходили к нам на сайт, видели, что на втором этаже есть 3 спальных комнаты и просторный санузел. На первом этаже большая кухня-гостиная площадью 38 квадратных метров, еще одна спальня, коридор, прихожая и также санузел. То есть всего в доме 4 спальни, кухня-гостиная и 2 санузла на первом и на втором этаже. Еще раз повторюсь, дом 130 квадратных метров, участок вот конкретно этого домовладения 6,5 соток, забор будет кирпичный, ворота, калитка будут с коваными элементами, как на других наших застройках. То есть, как видите, работы в процессе. Буквально через 2-3 месяца все будет готово. То есть сейчас самое время бронировать этот дом, чтобы можно было уже под себя заказать какие-то отделочные материалы, фурнитуру, двери и так далее. Дом этот будет стоить примерно 5 200 000 рублей, 5 300 000 рублей. Улица, на которой расположен этот дом, находится в небольшом отдалении от центра станицы, то есть до школы идти буквально 12 минут пешком, не спеша, ребенку причем, взрослый еще быстрее дойдет. Магазин буквально в 30 метрах, вот за этим длинным домом, буквально следующее здание. Асфальтированная дорога там же. Как видите, район достаточно обустроен, место очень хорошее. Грунтовые воды низко расположены, то есть можно будет сделать здесь и погреб, и яму для осмотра машины и так далее. То есть очень-очень хорошее место. Будут вопросы, задавайте. Всем пока!